21-я международная выставка «Форум CSTB Telecom and Media 2019» принимает гостей и знакомит их с последними достижениями телекоммуникационного и телевизионного рынка. В этом году на площадке «Крокус Экспо» по традиции представлены федеральные и региональные операторы, крупнейшие медиахолдинги, известные российские телеканалы и отечественные и зарубежные производители телевизионного и связного оборудования. CSTB Telecom and Media – главное событие в индустрии телевидения и телекоммуникационных технологий. Неизменным участником выставки становится компания «Газпром Космические системы», чей стенд привлекает особое внимание. Фирменное оформление, тематические атрибуты, активное общение с партнерами, дилерами и клиентами – неизменный стиль компании «Газпром Космические системы». К участию в выставке CSTB сотрудники компании подошли, как всегда, ответственно и творчески, подготовив целый конкурс с весьма оригинальными призами. Для дилеров, распространяющих и обслуживающих спутниковое оборудование ГКС, организовали лотерею. Итак, генератор случайных чисел выбрал двух победителей. Именно эти счастливчики отправятся на Байконур на запуск спутника Ямал-601. Поездка на Байконур, мы посчитали, что это замечательный приз для таких замечательных людей, как наши дилеры. И такую поездку не купишь ни за какие деньги. Это уникальный такой приз. Запуск с космодрома Байконур спутника Ямал-601 планируется осуществить весной 2019 года. Он предназначен для плановой замены спутника Ямал-202 и развития бизнеса. Важной задачей компании является привлечение новых дилеров и расширение сферы услуг для работы не только с физическими, но и с юридическими лицами. Сегодня работа «Газпром Космические системы» ведется сразу в нескольких направлениях, в том числе в плотном взаимодействии с клиентами в самых дальних уголках нашей страны, где наличие интернет и телеуслуг востребовано и актуально, но трудно реализуемо традиционным способом посредством прокладки кабеля. Та база дилеров, которую мы наработали за последние годы, она является настоящим активом нашей компании, и мы ее ценим не меньше, чем наши спутники, потому что именно с помощью этих людей, с помощью этих небольших компаний, дилеров, это в основном частные предприниматели, либо это юридические лица не очень большие, у которых свои магазинчики, свои какие-то мастерские, вот, нам удается распространять спутниковый интернет в самых далеких точках. Поощрить самых активных дилеров, которые работают с оборудованием ГКС, решили еще и специальными сертификатами. Их получили те, кто активно работал с клиентами. Вадим Мусин устанавливает спутниковые комплекты с 2015 года. А что выиграет такой приз, не ожидал. Теперь и сам стал обладателем фирменной тарелки от компании «Газпром Космические системы». Я установлю, посмотрю, может, поставлю близким. У меня у самого стоит уже дома такой. Поставлю близким, ну, может, и продам кому-то, не знаю. Ну, близким, конечно, оставлю, наверное, кому-то родным. А вот Сергей Онов из Ленинградской области выиграл сертификат на участие в профильной выставке «Сателлит Раша». Приз весьма ценный в профессиональном плане. Ожидали сегодня такой приятный? Нет, подарок? Даже неожиданно. Да? Очень приятно. Да? А что сделаете? Поеду на выставку, вот приглашение получил. То есть вы сейчас? Да, конечно. Интересно, новые технологии узнать, новинки. Выставка CSTB Telecom and Media 2019, несомненно, стала важным этапом для тех, кто принимал в ней участие. В масштабных павильонах бурлила жизнь, шел активный процесс привлечения внимания. Чем только не удивляли – яркие стенды, узнаваемые и любимые персонажи, мастер-классы и прочее. Но подиум российского оператора компании «Газпром Космические системы», чей телепорт находится в нашем городе Щелково, в очередной раз показал – качество, надежность и готовность работать, развиваться и стремиться покорять новые высоты и орбиты. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».